Красногорск для меня это, во-первых, город, который подарил мне жизнь. Корнеев Владимир Иванович. Почетный гражданин Красногорска с 2015 года. Я помню, когда по нашим улицам шли пленные немцы. Я помню, значит, стройку, стройки, на которых они работали. Это в далеком, как бы, детстве. Город связан с тем, что я учился здесь. Вот недалеко от этого места, значит, школа номер 4, в которой я пошел, значит, первый класс. Конечно, взять наш Красногорск, моего детства, город бараков, одноэтажных домишек, значит, зданий, где больше и 5 этажей-то не было зданий. И сейчас взять этот город, который превратился в красавец-город, преобразился сказочно. Это вот как цветок. Раскрывается и радует глаз своими бутоном своих лепестков и так далее. Так и Красногорск.